Полиция Майкопа возбуждено уголовное дело по факту обнаружения фальшивой 5000-й купюры. Сообщение об обнаружении фальшивой банкноты поступило в дежурную часть полиции города в конце мая. Потерпевший, 76-летний пенсионер, объяснил, что несколькими днями ранее получил данный денежный знак в одном из учреждений в качестве выплаты. Однако заметить несоответствие банкноты с оригиналом мужчине самостоятельно сразу не удалось. Подозрения в ее подлинности появились у сотрудников финансового учреждения, куда в дальнейшем обратился пенсионер. Эксперты-криминалисты МВД изъяли данную купюру и, проведя ряд исследований, действительно признали денежный знак поддельным. Полиция Токтамукайского района задержан мужчина, подозреваемый в трех кражах велосипедов. Информация о первом факте поступила в дежурную часть полиции районного ОВД еще в мае текущего года от 33-летней местной жительницы. Затем в течение месяца об аналогичных случаях хищения велотранспорта сообщили еще двое мужчин в возрасте 27 и 48 лет. Организовав комплекс оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска полиции района смогли выйти на след и задержать вора. Им оказался 30-летний ранее судимый местный житель. В настоящее время в отношении данного лица решается вопрос о возбуждении уголовного дела.